Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть James Bond агент 007, естественно. После 007 будет агент 007-05. Или что там? 7.5. Потом агент 008. Так. В чем у меня задача? Обыщите, найдите улики, свидетельство о производстве. Дарксон нервно. Ага, все понял. Угу. Так, смотрим, что у нас. Ага. Так. Здесь что? А, все, вроде как закончили, да? Кто вы такие? Проход запрещен. Опа. Ой. Охренеть. Он меня убьет. Охренеть. На. А вот теперь за то, что ты меня гаечным ключом нахрен, скотина, тварина, подлина, и просто так захренакай-ка его. Ну и что, сдохли. Нашим легче. Я хочу проветрить комнату и нейтрализовать газ. Так. Окей, теперь туда можно зайти. Нужно взять образец этого токсина. Ой, кот. Муму хочет. Ну, открывай дверь, чё? Солнце мое. У меня тут тоже дверь надо открыть. Ну чем набирать-то ее? Так. А, вот так вот. Джеймс, мы не одни. Он мертв? Нет. Кажется, просто без сознания. Надо предупредить главного и прочесать все вокруг. Кто? Пока все идет нормально. Винтовка. Мы сюда идем или что? Ты же сюда прибегала, тварь. Я за тобой. С помощью смартфонов проследите запах токсина. Ага, во. Почему-то ноль так выделяется.
Так. Нам наверх. Нужно доложить. Нет, времени нет. Надо узнать, что замышляет Дракс, и остановить его. Так. Перезаряжаю. Высунься. О, на это там мне патронов-то не жалко, на такую хероту. Смотри, как я его, да? Так. Смотрим. На второй этаж, блин, реально как в Бэтмене. Где ты? Так. Я пойду первым, расчищу путь. Подожди. Мать его, где это? Подожди, я же видел. Вы меня не обманете. Ага, хрен там. Какую-то хероту взял. Ну ладно. Я просто видел, что там можно было модифицировать оружие. Вот так. Кто-то где-то еще по мне стреляет. Хорошо, причем стреляет. Вот это странно. Дракс вроде бы продает однодневные туры, а припасов они грузят столько, что хватит на месяцы, если не годы. Значит, что-то планируют другое. Ладно. Давайте-ка взглянем. О. По похожему туннелю я ходил. Так. Понятно. Выскочи. Вау. Ну, вроде всех перестреляли. Подожди. О. Поехали. А, вниз. Так. Он наверху. Прикрою. Так откуда вы стреляете? На. Не хватало, правда, чтобы они сверху на низ стреляли.
Давай. Мать твою, а я только переключился. Что за несправедливость, несовершенство этого мира? День, кстати, прекрасный сегодня. Вы не видите в этих людях ничего странного? Кроме того, что они все слишком идеальны на вид, почти как клоны. Что еще? Это секретное оборудование НАСА для полетов на Марс. Не сходится. Зачем Драксу долговременные космические протоколы, если полет будет длиться всего час-другой? Вот и нестыковочка. Ладно. Она уже ушла. А, кстати, это хера так не железо, вообще лучше не подходить. Ой-ой-ой. Вот так. Ну-ка. Ага. Так, минутку. Блин, да блински. А нахрена я нажал? Я что-то натворил. Так, за запахом. Ага. Блин. Мне, кстати, не обязательно было пойти с тобой. Блин, я ни хрена не понимаю. Охренеть. Спасибо за внимание.
Так. Отключил. Так. На. Подожди, а я откуда вошел? Так. Сюда. Пока нормально. Так. Не забудьте подключить к двери источник питания. Да подожди ты. Ага, вот так вот. Так, смотрим. Так. Здесь вроде. Опа. Могли бы и здесь, да, вылезти? Куда ведет этот туннель? Ага. Вон оно что, Михалыч. Ладно. За спиной мы никого не оставили. Мне бы сейчас прокачать бы ее, вообще бы было бы замечательно. Так.
Играем. Так. Значит, желтая, ага. Минутку. Это точно так. Это без разницы как. Так. Ну, вот так. Я же агент. Ага, ага. Так. Это что за хрень? Давай. Раз. Два. Так. Смотрим. На. Теперь мы сможем взломать дверь. Встретимся возле офиса Дракса. Он хочет скрыться! Тише. А это кто, не я, что ли? Не стреляйте. Ой, дурачье. Меня окружили. А я иду. Так. Пока все идет нормально. Так. Турели ты отключил. Не-не-не-не, подожди, подожди. Надо, надо же посмотреть. О, все понял. Так. Один, два, пять, восемь. Неплохо.
Я вообще прекрасно справляюсь. Вертолет. Нужно узнать, зачем ему отравляющий газ. Меня вот этот глобус больше привлекает. Прекрасный глобус. Черт, компьютер Дракса заблокирован. Нам нужна карта доступа. Может, она где-то здесь? Так, полученная часть биографии Хьюга Даркс. Ну, это я понимаю, не обязательно. Юга Даркс. Не это ли украли из Лувра несколько лет назад? Так. Или это очень хорошая копия, или Дракса можно обвинить еще и в крупной краже. Нужно искать отпечатки пальцев и другие подсказки, которые могут нам помочь. Сейчас. Нужно искать отпечатки пальцев и другие подсказки, которые могут нам помочь. Да я ищу, блядь, заткнись. Ага, ладно. Интересно, тут есть скрытые провода? Интересно, тут есть скрытые провода? Сканируем. Не опознается. Джеймс, вы пробовали включить обзор на телефоне? Не опознается. Да заткнись. Джеймс, вы включали ультрафиолетовый фильтр на смартфоне? Да. Джеймс, вы включали ультрафиолетовый фильтр на смартфоне? Да. Ага. Да, твою мать. Джеймс, смотрите, потайной сейф. Конечно. Так. Не, подожди. Так.
Вот так. Взгляните. Ага. О нет. Они будут распылять токсины из верхних слоев атмосферы. Обратный отсчет. Умрут миллионы. Почва будет отравлена. А будет. Сколько у Дракса шаттлов? 6 мы видели. Надеюсь, его там не было. Найдем его. Что? Поиска? Игру можно, кстати, пройти на одном дыхании. Если на целый день засесть, да. Оп, и прошел. Давай. Иначе нам Дракса не остановить. Он не должен нас заметить. Вон там. Дракс там, внизу. Эти линии на земле. Это траектория ракет, нацеленных на города. Нью-Йорк, Лондон, Пекин. Каждый цель. Мы должны попасть на шаттл и остановить Дракса. Первое, что нам нужно сделать, найти терминал. Я придумала, как попасть в шаттл. Так. Так. Я так и думал. Иначе нам Дракса не остановить. Он не должен нас заметить. Этих твоих убираем. Вон там. Дракс там, внизу. Начать пусковые операции для Лунатика 3. Лунатик 3. Начинаем финальный. Эти линии на земле. Это траектории ракет, нацеленных на города. Так. Нью-Йорк, Лондон, Пекин. Каждый цель. Мы должны попасть на шаттл и остановить Дракса. Вот так. Блин, жалко, что здесь сохраняться нельзя. Сохранялки такой нет. Пока вроде нормально идем. Только как ты тут оказался, я не знаю, откуда ты взялся. Пожалуйста, повторяйте.
Сообщение принято. Так, надо... Я изменил список экипажа Лунатика 6, и мы на борту. К счастью, все программы украдены у НАСА. Так. Отсюда есть вход в систему. Хакните пароль. Да подожди. Я бы хотел бы еще отключить бы эту систему нахрен. Ну давай. Так. Угу. Подожди. Твою мать. Мне нужно, чтобы вы нашли сервер. Нужно отключить его. Джеймс, осторожно, патруль. Патруль. А как вы меня заметили-то? А, можно уже. Бумк. Да твою мать. Сервер. Нужно отключить его. Джеймс, осторожно, патруль. Так, отключаем. Копирую базу, чтобы изменить список.
На! Так. Куда ты стреляешь? Давай. Готово. Новая база загружается. Опа. Был такой. Тоже стальные. Не тронь его. Жуй. Давай электрический провод ему. Прочь от него. Отпусти меня. Джеймс, на помощь! Давай. Охренеть. Вот да, так он его и убил. Добро пожаловать в Дракспейс. Я должен гордиться, что Ми-6 отправила за доктором Гудхед такого опытного агента, мистер Бонд. Зря радуетесь. Да, слова человека, который не верит ни во что, кроме насилия. А вы нет? Вы убьете всех людей на Земле из любви к миру? Слышали о естественном отборе, мистер Бонд, когда выживает сильнейший? Доктор Гудхед объяснила бы. Жаль, но Дарвин не прав. Пришло время начать с чистого листа и избавить мир от чумы, которую олицетворяете вы и доктор Гудхед. Ну что ж. Я уже доложил, войска рядом. Вы блефуете. А если и нет, я уже буду далеко. Знаете, я думал взять вас обоих с собой для разведения, но... Что для разведения? Уведите их и уничтожьте. Ты-то вообще был раненый нахрен. Под двигатели положили, да, нас? Очнись, времени нет. Что? Где мы? Камера сгорания. Надо уходить. Нам нужно найти источник питания. Быстро, Джеймс!
можешь остановить один из вентиляторов. Давай. Стараюсь. И меня забери. А почему ты быстрее меня бежишь? Джеймс, сюда, вентиляционную шахту. Иди, я сам. Давай. Беги. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да бегу как могу. Не успел. А почему не успел? Я же, блин, бежал. Попробую устроить замыкание. Нам нужно найти источник питания. Давай. Беги! Получилось. Нет, мы в ловушке. Джеймс, сюда, вентиляционную шахту. Иди, я сам. Давай. Беги! Один. Пуск. Остался последний шаттл. Если мы хотим остановить Дракса, то должны на него пробраться. Найдите скафандр. О, у меня прошлая серия тоже скафандром была. То, что надо. Спасибо. Да, холодновато здесь. Что? Мне вам помочь? Да. У меня тут неожиданно встал вопрос. Окей. Посмотрим, что еще здесь можно найти. Эй, вы! Стоять! Вход запрещен! Посторонний без проблем. Джеймс, лови! Это за нами. Идем в центр управления. Да. Нам нужно идти дальше. Думаю, пультовой это сюда. Подожди. На. Последний шаттл скоро взлетит. На. Джеймс, у нас мало времени. Нам нужно добраться до путевой. Так.
Давай. Так. Вот так. Тоже хорошо. С кем-то кто-то воюет. Давай. Прикрывай меня. Я попытаюсь войти в систему. Джеймс, найди беспроводной канал. Подключись к нему и отключи питание от жимного рычага. Кто где? Наше время истекает. Найди беспроводной канал и подключись к нему. Давай. Взломал. Так. Понятненько. Бежим. Джеймс, найди беспроводной канал. Вот так. Так, кто здесь? Так. Давай. Сюда. Надеюсь, мы не опоздали. Так, подожди. Так. О.
сойдет. Вот так. А вот и шаттл. Мы еще успеваем. Нам нужно попасть в шаттл. Так. Пока так. Ага, вот так вот. А как нам быть? А вот так. Лунатик 6. Наземная команда покинула площадку. Осторожно, снайпер! Джеймс, пристрели их. Так. Натика 6 пройти в зону запуска. На. Так. Давай сюда. Так. Где? Так. Вот так. А, тут еще был проход, да? Давай, опа, и выкинуть его нахер. Сможешь забросить это на мост? Надеюсь. Береги, гранатомет. Смотри, еще один. Давай.
Блин, это, походу, дело по сюжету было. Уж больно картинно она летела. Залазь. Спасибо. Всегда, пожалуйста. Надеюсь, этот полет будет удачнее. Идем же скорее. Да мы на месте. Пилоты снаружи у кабины. Сканограмма отвергнута. Ну, за дело. За дело. Господи. Аж космические войны какие-то начинаются. Это как велосипед. Не разучишься. Лунатик 6. Обратный отчет. Вот так. Прекрасно. Завершение, наверное, тоже в космосе будет. Ракетоносители отстыковались, они пойдут и горят в плотных слоях атмосферы. Что ж, на этом все.